«Что? Вы с этим не согласны? Да вы хоть представляете, сколько сил было вложено в разработку этого плана!» «Мне очень жаль, я бы с радостью вам помог, но не могу и не хочу». Это я. Ну, вы знаете, тот, кто ребятам белье стирает, мечи накачивает и так далее. Поняли? А, это я. У меня тут проблема с накачкой мечей, понимаете? Я больше не могу надувать мечи. Ну, просто не получается ничего, да? Я тебе толдычу об этом уже многие годы. Нужен насос последней модели за 90 евро и 99 центов. Ты должен его нам, наконец, купить, этот новый насос. Ребята тогда смогут забивать в 5 раз больше голов, в 10 раз больше голов, да? И не думай, что сможешь надо мной посмеяться, да? Слушай сюда, у меня есть совсем другое предложение. Я просто тогда уйду к конкурентам, понял? Потому что у них есть насосы, вот прямо скажу, у них есть такие насосы. Так что хватит меня кидать, а то и уйду, да?
Приветик. Это Юлиана. Скажи, ты совсем спятил? Я уже 3 дня жду твоего обещанного звонка. И что? Ничего, ничего не произошло. С меня хватит. Мне это все окончательно надоело. Катись ко всем чертям. С самого начала берем игру в свои руки, то есть в ноги. Нам нужно с самого начала показать, кто на поле хозяин. А теперь вперед! Центр, вся в центр. Давай, не забывай про оборону. Азат, веди мяч, все нормально, спокойно, как на тренировке.
нас! Подтянись, бежать! Спокойно, все, не надо суетиться, да, хорошо. Давай, ну, быстрее, черт возьми, давай быстрее! Эй, тише, расслабьтесь, спокойней, им крышка. Gut, Jungs, gut, Jungs. Lass sie mal ein bisschen Bewegung! Давай быстро, спокойно. Парни, все назад, назад! Ну давай, давай, беги! Так, спокойнее здесь, не ошибись, тише, тише! Быстрее! Еще быстрее! Leute, geht mal nicht ganz so hart ran, die können das doch nicht. Работай, работай! Бежать! Бежать, пока с ног не свалишься! Эй, не надо суетиться! Не тормози, эй!
Нет, с этим я не согласен. Такое предложение просто несерьезно. У меня денег, конечно, не так уж и много, но это меня не устраивает. Я отказываюсь. Однозначно. Что? Нет! Вот только за дурака меня держать не надо! Да, тут вы продемонстрировали великолепную интуицию. Подписываю с удовольствием. Хорошо, тогда мы договорились. Мне поговорить надо с вами. Вы мне перезвонить надо. Да, сегодня, пожалуйста, вечером перезвонить. Мне с вами поговорить надо. Да, да, не забыть, да? Спасибо. Карамба, как тут выключать? А, здесь нажимать. Здесь нажимать.